А вот хоккеисты Водника новый календарный год начали неудачно. Накануне желто-зеленые уступили на выезде сыктывкарскому Строителю. Игра у нашей команды не получилась с первых минут. Водники много ошибались, чем быстро воспользовались хозяева 3-1 к перерыву. Во второй половине отыграть разрыв в счете архангелогородцы не смогли из-за постоянных удалений. К концу матча игроки Водника собрали 90 минут штрафа. Итог встречи 7-5. Наша команда опускается на 6-ю строчку в турнирной таблице. Следующая встреча также на выезде 13 января с Кировской родиной.